Друзья, ну что, приступим к открыванию следующей нашей посылки, да, то есть я вот ее надрезал, вот так вот, она была запечатана, и сейчас достаем, смотрим, что здесь. А видим мы здесь двух барашков, мальчик-девочка, давайте посмотрим. Так, ну давайте, мы откроем, посмотрим. Как это все у нас выглядит. Аккуратно. Открываем. Достаем. Вот такой веселый барашек. Наполнение, да, вот такое вот зернистое наполнение. Для того, чтобы младенцу развивать руки, то есть, чтобы чувствительность была у него больше, то есть, ну, такая, детский тренажер для развития чувствительности пальцев. Вот такие вот у него сандалики или тапочки. Шлепки. Прикол. Выдают. Вот такой нарядный бег у нас. Девочка, бечка, узбечка. Вот такой веселый. Да, и это тоже девочка. Две бечки. Фирма Ники. Очень популярная фирма. Это вот, ну, дизайн германский, да, исполняют, соответственно, китайцы, как и много чего они исполняют и вытворяют, да, то есть выдают они гораздо дешевле, чем может это произвести весь остальной мир. Вот.